Сезон охоты начался. Ну что, на дворе и на календаре 15 сентября 2021 год. И герой сегодняшнего выпуска, именинник сегодняшнего дня, золотой юбиляр Игорь Дедошек. Здравствуй, дорогой Игорь. Сердечно приветствую тебя. Здравствую. Поздравляю тебя с днем рождения, с золотым юбилеем. С юбилеем цвета вот золотистого заката, золотистого солнца великолепного. Золотой настоящий юбилей, 50-летие. Прекрасный, прекрасный период такой зрелости, опытности, но вместе с тем еще и запала энергии, сил. В общем, сил еще достаточно и предостаточно. А вот уже опыт и разного рода сноровки, разного рода приемов уже хоть отбавляй. Корзина с горой, что называется. Вот этот золотой период, великолепный поистине, вот эта гармония сочетания опыта и жизненной силы, да? Я сердечно приветствую тебя и поздравляю тебя с этим прекрасным периодом и порой в этой жизни, порой вот этого вот как бы срединия такого вот, да, когда в гармонии, в равновесии и сила, и опыт, и приемы, и осознанность, и великолепие, и можно глубоко вздыхать, свободно отгоревшие от разных противоречий, неполноценностей и прочее, четко стоять, как бы понимая свое место в жизни, свои возможности раскрытые, ну и устремившись в само бесконечное вечное по состоянию великолепию. Дивная-дивная пора, поэтому, Игорь, дорогой, сердечно поздравляю тебя, благодарю тебя, что ты есть, успехов тебе во всем, расцвета, триумфа и процветания. Пребывать в триумфе воли, силы, свершения, свободы и исполнения. Ты человек, который может продать что угодно, кому угодно, ну, стало быть, шуры-муры, шухры-мухры, шахер-махер. В этом ты преуспел великолепно, благодатно и торжественно. Ну и да пребудет триумф твоего мастерства, который вознесет тебя на вершину вдохновения и реализации, чтобы твои желания обалдели от твоих возможностей, ибо ты был всевозможный и всемогущий по своей природе и в своем великолепии. Обладал свободой воли, степени абсолют и реализации, степени же абсолют и в степени же неизбежной данности, абсолюта же всевозможности. Успехов тебе во всем, триумфа, расцвета и процветания. Ты остаешься невероятно живым, экспрессивным таким, активным, жизнерадостным, очень находчивым явлением, вот, и таким игристым, игривый по своей натуре. Это говорит о том, что жизнь ты свою проживаешь свободно, паришь и порхаешь, как он, облака великолепные, дивные, и как вот это естественное, как природное вот это великолепие, кусочек природного вот этого дива сейчас для тебя. В чащобе нахожусь, на опушке, вот такое вот потаенное секретное место. Такое опушка, окруженная густым чистоколом леса, чащобы, диколесья. Ну, в общем, такой же естественный, свободный, легкий. Вот так же и вообще, и по этой жизни, и вообще в бесконечной вечности. Пари и порхай, твори и вытворяй в абсолюте все возможности, ну и бесконечности неизбежности, дорогой Игорь, ты замечательный бизнесмен, отец двух замечательных дочерей, невероятно красивых и талантливых. Могу себе только представить, что это за прелесть такая родилась от тебя в твоем, так сказать, исполнении и в твоем искрении, да? Могу себе только представить, что это за красота, что это за великолепие, изящность, как в духе, так и в форме, да? Дух творит себе форму. Могу тебя представить тоже такой вечно молодой, вечно активный, готовый и как природное великолепие предаться естеству праздника жизни, ну, так и что-то скомбинировать, как сверхразум или абсолютарий, да, вот, и из бесконечной возможности вычленить какую-то композицию данности неизбежности, дорогой Игорь. Здоровья тебе крепкого, благодати, великолепия, парить и порхать, творить и вытворять в жизни, в благодати, великолепии, в расцвете, в процветании, в свободе, в силе, ну и в естестве и бесконечности. Поздравляю тебя
в день твоего рождения, 15 сентября, я вот в такой вот период, вот такая вот дивная пора, великолепная вот закат сквозь чистокол Диколесья, ах, как это красиво, есть что-то это в этом дивное и благодатное. Поздравляю тебя в день твоего рождения, я на вот лоне природы, и поздравляю тебя, замечательные явления, Артур, Максим и Алина. Вот мы вместе с Алиной, с Артуром, с Максимом исполняемся в синергии, в порыве, в резонансе, в когерентности, в отклике. Торжествуем явлению твоему, Игорь дорогой, и сердечно поздравляем тебя замечательной сентябрьской порой, 15 сентября, на лоне природы югов города Краснодара, ну, пригород Краснодара, да, вот при сопровождении такой композиции великолепной. Игорь, спасибо тебе, что ты есть, дорогой. С днем рождения тебя. Да пребудет и да преисполнится. Дорогу осилят идущие через тернии к звездам, сквозь относительное к абсолютному. И да пребудет, и да преисполнится в абсолюте единого целого. Каждому свое, всему свое время, и пусть каждый получит сполна. Игорь, дорогой, с днем рождения тебя. Спасибо тебе, что ты есть. Увидеть мир в одной песчинке и космос весь в лесной травинке, вместить в ладони бесконечность и в миге мимолетном вечность.